На площадке региональной службы коммуникаций говорили о новых возможностях для молодежи в государственной службе. Основная цель – популяризация госслужбы. Алихан Джексебаев с подробностями. С информацией выступил представитель департамента агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Северо-Казахстанской области. Он отметил, что ведомством проводится работа по привлечению талантливой молодежи через школы молодых госслужащих, которые функционируют при департаменте с 2018 года. Ее участниками являются студенты высших и профессионально-технических учебных заведений. 37 студентов в текущем 9-м сезоне школы прошли программу подготовки в филиале Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан. Также прошли производственную практику в государственных органах. Теперь должны сдать тестирование на знание законодательства и оценку личных качеств. Затем получат сертификат о зачислении в пул талантов в государственный сектор. Именно эта категория молодежи придет на государственную службу, имея определенную профессиональную подготовку. Кузбайф университет является основным поставщиком кадров для всех предприятий и государственных учреждений области. Выпускники вуза, окончившие обучение за счет государственного гранта с показателем GPA балла 3,33, без конкурсного отбора и без тестирования, теперь могут занять определенные государственные должности районного и сельского уровня. Государством созданы некоторые условия, введены корректировки при поступлении на госслужбу, в том числе выпускникам университета, которые обучались в рамках государственного образовательного заказа, имеющим GPA балл 3,33 и выше, предоставлена возможность поступать на госслужбу без дополнительных процедур. Кроме того, поступая на госслужбу, выпускники университета проходят обучение в школе молодых госслужащих. То есть там тоже они получают поддержку. Ну и успешно трудоустраиваться. Стоит отметить, что в государственных органах области работают порядка 4000 госслужащих. Из них 30% – это молодые люди до 35 лет. По Северо-Казахстанской области вне конкурса назначены 7 выпускников Кузбайф университета на государственную службу. Алихан Джексебаев, Урал Амленов, служба новостей.